к Варанде пойдешь? А чё? Ты выглядишь как гопник. Ты чё, в спортивных штанах туда собираешься идти? Сегодня как леди оделась. Сегодня постаралась. А то в прошлый раз стрёмная какая-то была. А Витя оделся как джентльмен. Сегодня постарался. Слышь, это... Чё происходит? И эта песня, песня. Короче, я думаю, что нужно будет танцевать. Мы сейчас поем, прям сейчас. Нет, трудник, держи. Давай, давай, давай. Не, я не хочу петь. Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра. Пять минут, разобраться, если строго, даже на эти пять минут можно сделать очень много. 5 минут, 5 минут, будет часов просто.
попала в выпуске Вити. Ты не знаешь прямо блог. Ты не смотришь блог Вити. Его смотрят все. Теперь я буду смотреть. Николай Юрьевич, будьте добры. Пожалуйста. Откройте, пожалуйста, Стас. Хлопаем, похлопаем. Открытие произошло с мемориала. Что это вообще такое? Это открытие мемориала в мою честь. Вот так вот мы собрались совершенно спонтанно сегодня. А так, куда мы едем? Нам гигант, нам прямо. По-моему, да, прямо. Господи, зачем ты снимаешь эту шляпу? Я прошу только половину Нового года. Остатки не надо. Ну, вообще отлично, потому что мы тоже собирались этот салат делать. Что это? На жопник какой-то. Какой-то жопный Новый год. Почему? Я не понимаю, это что реально? Зачем это? Это ролевые игры. Одни жопы. Фигу. Давай, посмотришь, жопа. Мне хорошо? Да, на жопу лучше. Наши не все свернулись. Вот здесь вот они были. Просто хотели нас развести сейчас. Я, блин, как я не снял-то это? С косаря до сотки торговался, прикиньте. За сотку. Вообще кайфовая, охрененная. Она сейчас распушится, вообще будет здорово. И мы ее обрежем липушку, потому что она не войдет в мою квартиру. Даже потолок не вместит ее. Только не знаю теперь, только что с ней делать. Ты сильно-то не ломай, давай как-нибудь, ну вот так. Да нет, сильно много! Веточки береги. Эта дырочка не войдет, но ты начнешь долбить так, что войдет туда все, поэтому, пожалуйста, остановись. Это как раз подходит наверх. Нет, Витя, нет. Я попробую. Твои пробы заканчиваются. Может, туда повыше на широкую. Витя, с наступающим тебя. Спасибо. Ты должен сказать, а у меня для вас ничего нет. А у меня для вас ничего нет. Мы с Илюшей. Покажи как. Ой, а хочешь я покажу, как давай, ты давай. Танцуешь? Вот так вот. У нас был батл. Правда! Ну ты-то так-то. Надь. Шоколадная? Вы что, ебанутые? Серьезно? Ради кадра, Надь, это нормально. Это мишура, не ссы, это мишура. Спасибо, ребята, спасибо. Да она вообще отваливается, как терапия. Да не переживай, она отвалится. Блин. Ты пьешь? Шампанское. Только то, что я ему разрешаю. Так, Витя, держи на коленках там. Блять, поставь стакан сюда. А это куда надо? А это в руку возьми. Вот иди сюда. А как? А я одну камеру держу, а как я кушать-то буду? Она мигает, да? А это Витя, ваш великий блогер, который обуханный в дерьмо. Я вообще нормально. Никита мне накладывается. Целая серия. А почему? Ты веган? Веган вообще? Вегетарианец. Он веган? Веган это жесткий. Кстати, майонез. Блин. Короче, ладно, я сегодня чуть-чуть на руку.
Просто бам, следующий кадр, он напился. Здесь майонез. Нет. Майонез? А что с майонезом проблема? Здесь нет. А, там нет майонеза? Здесь нет майонеза, что ты? Здесь сыр. Здесь сыр. Это все нормально. Этот год был непростым и сложным для нас. Я поздравляю вас с наступающим 2016 годом. Желаю вам счастья, добра, улыбок. С Новым годом. С Новым годом! Давай, возвращайся, пусть двери открыты! Саш, чё ты дела? Отлично! Мне очень удобно! Первое, да, больше энергии. Второе, мне какой-то произошел момент, то есть мне буквально неделю-две назад или больше приснились мертвый кроль. Я прям реально после этого не могу как-то, ну, на мясо смотреть. Даже просто смотреть на сырое мясо, мне нифига становится. И сними на камеру, что я не пил алкоголь сегодня. Вот Новый год я не пил алкоголь. Ну, мне посоветовали постепенно переходить. Сначала ты отказываешься от такого мяса, как говядина, свинина, короче. Говядина, свинина, баранина. Ребята, с Новым годом, с новым счастьем. Я желаю вам удачи, радости, веселья и чумового настроения рядом друзей прекрасных и любви и взаимопонимания, уважения и удачи на работе, счастья, денег и домой. Температура минус 27. Дозочки. Машечка, не плачь, пожалуйста. Все хорошо. Что ты плачешь? Сейчас привезу тебя домой. Мама тебя там откормит. Ладно? Ну вот и остались мы с Максом вдвоем. Грудника высадили.